привет! Всех приветствую, конкурс. Я Анна Ножник. Мне сегодня, 27 января, исполнилось 55 лет. Я очень благодарна конкурсу гранд-финалу Golden Time, потому что вы пригласили меня как раз вовремя. И это для меня подарок. С этой картины я заняла первое место, и еще заняла вторые, и это с 28 сезона, и с 30 сезона я заняла одно, второе, два, третьих места по другим работам, да. Их много, они авторские. Основная моя профессия – это стилист. Поэтому так выгляжу, поэтому у меня сегодня праздник, поэтому... Все случилось. Я очень рада, что попала к вам на конкурс, что заняла призовые места. Со мной пришло еще люди, еще два человека с курсов, где я профессионально учусь. Но основная, конечно, вот профессия, она... Пришла тоже как хобби. Как я говорю, я хоббист. Поэтому мне хотелось бы рассказать вам о том, как я к этому пришла. Я медиум и закончила курсы. Я практик-консультант реинкарнационики. Поэтому это все не просто так. Вот эти картины, еще картины. Это не просто так. Это путешествие в прошлое, которое привело меня именно к этому хобби – писать картины. Потому что их сфотографировать – это невозможно. Это можно только нарисовать или написать. Как-то... изобразить и показать, что в прошлом по истории там было. Полтора года назад я пришла к тому, что если я хочу изображать то, что я вижу, мне не хватает мастерства, да? Ну, просто я забыла многое. Поэтому я в Инстаграме уже была готова, и в Инстаграме мне попалась реклама, и я увидела... рекламу питерской школы, и там я увидела мастихин. Думаю, о, как же это рисуют такой палочкой? Мне было очень интересно. Я, естественно, пошла на эти курсы, а в дальнейшем в этой же школе я нашла своего учителя, Надежду, которая меня привела к авторству, хотя у меня были уже готовые картины, и единственное, что они стояли и пылились. Но мне не хватало немножечко мастерства, и поэтому на авторских курсах я уже стала писать и углубилась в более профессиональную живопись. Мне дало очень много, конечно, это. Это голландский натюрморт, это мастихины голландский натюрморт. Мне больше ничего не нужно было, честно. А когда я понимала, что мне нужно море, то я углубилась именно в море. И пришел другой учитель. Это же волшебство. Это когда ученик готов, приходит учитель. И теперь на этот конкурс «Гранд-финал» я решила выставить картину, не связанную ни с морем, ни с землей, а с наслаждением жизни. Это жизнь. Это мой муж. И моя мечта – увидеть его именно у этого камина с нашими животными. У нас их много. И так хотелось именно эту мечту написать маслом. И именно эта картина, она именно воплощает то состояние добра, любви, покоя. Покоя главное. Нам же всем не хватает покоя. Поэтому эта картина связана
с уютом, домашним покоем, что здесь он расслабленный, никуда не спешащий, он наслаждается жизнью. Эту картину я назвала бы не возрастной покой, не... Я сейчас придумаю и на конкурс напишу это название. Благодарю вас за внимание. Вы все прекрасные. Стремитесь к любви и добру. Ведь это так нам не хватает всем. Очень не хватает. Покой, любовь и наслаждение жизнью. Желаю вам всего, всех-всех земных благ, какие только есть на земле. Это прекрасная, самая лучшая планета — это Земля. Обнимаю вас сердцем, желаю вам всего самого наилучшего. Благодарю вас за внимание.